Правовой аспект реализации государственной молодежной политики обсудили на заседании координационного совещания при главе республики. В Чувашии действуют более 2800 молодежных и детских объединений с охватом более 153 тысяч человек. Официально зарегистрировано 44 объединения. В 2020 году в творческих мероприятиях участвовало более 48 тысяч человек. Ежегодно представители Чувашской республики принимают участие в молодежных форумах различного уровня. В форумной кампании 2020 года приняли участие более 1411 человек. Среди значимых направлений деятельности – это кибердружины, волонтеры и поисковые движения. Их в республике более 500. На заседании отметили, что назрела необходимость принять новый законопроект по молодежной политике. Его сейчас согласовывают на уровне правительства. Один из важных вопросов повестки – профилактика правонарушений в молодежной среде. Количество преступлений, совершенных подростками, в целом уменьшилось, но участились случаи рецидивов. Наряду с хищениями и мелкими кражами были случаи с тяжкими последствиями, в том числе и в школах. Правоохранители отмечают, что обеспечить безопасность учреждений образования помогут тревожные кнопки и арочные детекторы. Обсудили также и вопросы обеспечения безопасности в образовательных учреждениях, в том числе недавние случаи с обрушением кровли в школах и в детских садах. Эту проблему может решить только ремонт, который необходимо провести как можно быстрее. Наталья Мальчикова, Юрий Марков, Республика.